Воскресным осенним утром в микрорайоне Лесная Горка было громко, ярко и весело. Местные детвора собрались на открытие нового игрового комплекса. Почетными гостями мероприятия стали депутаты Законодательного собрания Ульяновской области и Димитровградской думы от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Андрей Седов и Рафаэль Бахтыгареев. Потому что уверен абсолютно, что эта площадка и дальше будет развиваться. Абсолютно уверен, что вы будете часто на ней играть, пользоваться. Абсолютно уверен, что несмотря на то, что скоро зима, но вот сегодня, смотрите, прекрасный солнечный день, тепло, светит солнышко, прекрасное настроение. Я уверен, что и зимой у вас будет время играть на этой детской площадке. Что такое детская площадка? В первую очередь здоровье наших детей. Второе – это дружба здесь, чтобы все дружили. В единстве наша сила. Если мы так будем дружить, и единство будет наша сила, мы будем непобедимы. Пока взрослые внимательно слушали гостей, малыши активно штурмовали новые качели и карусели. Живем вот в соседнем доме. У меня две дочери, 3 годика и 7 лет. Очень долго ждали, когда нам сделают детскую площадку, потому что как бы ничего не было. Тут батутик и все поломано. Очень рады, то, что открылось. Детям теперь есть где поиграть. И больше детей собираются, общаются друг с другом. И весело проводят время. Концертную программу подготовили сотрудники Центра культуры и досуга «Восход» с аниматором. С удовольствием веселились не только дети, но и взрослые. Новый игровой комплекс – это подарок Димитровградской детворе от руководителей партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Сергея Миронова. Местные жители будут рады, если спонсорскую поддержку микрорайону в дальнейшем окажут и представители других партий, либо предприниматели. В нашем частном секторе это единственная детская площадка, которая вот существует. И, конечно, здесь работы много. И будем дальше работать, что как бы, частный сектор нужно развивать и нужно внимание оказывать, потому что ну, здесь тоже дети живут, и дети тоже где-то нужно играть. Для завершения процесса благоустройства еще нужно облагородить футбольную площадку. Активисты ТОС «Лесная Горка» не сидят сложа руки, постоянно участвуют в различных грантовых конкурсах регионального и федерального уровня.